Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. В поселке Джанаталап открытие детского сада восприняли как настоящий праздник. Готовились к нему долго и тщательно. Капитальный ремонт здания начался еще прошлым летом. И местные жители всячески старались ускорить этот процесс. Ведь это дошкольное учреждение в поселке станет первым и пока единственным в своем роде. Неудобно вообще в город ездить, а здесь удобно. И что все знакомые здесь работают, и ребенку будет удобно. После поздравительных речей губернатор области упомянул о подарке, который приготовил к открытию садика. Но, к сожалению, забыл привезти. Сертификат на 100 тысяч рублей, по его словам, будет непременно передан руководству учреждения в ближайшие дни. Спасибо всем вам, люди добрые. Спасибо коллективу, который сегодня будет здесь работать. И я думаю, что жители поселка Джанаталап будут очень бережно относиться к этому детскому уголку. Строителям, которые принимали непосредственное участие в реконструкции здания, вручили почетные грамоты. Всего на ремонт области и городом было выделено 10 миллионов рублей. Чтобы лично оценить, как были освоены эти средства, губернатор области в сопровождении представителей городской власти прошелся по всем этажам садика. Здесь все должно быть все новым, кроме стен. Затем высокопоставленные гости поспешили на открытие после реконструкции 95-го садика на улице Новосибирской. Здесь же глава города Орска Виктор Франц вручил семьям сертификаты кредитования на приобретение жилья. Я приведу только одну цифру, чтобы вы четко понимали. В прошлом году молодые семьи у нас получили за весь год 37 семей. Вдумайтесь в это. Мы только за первый квартал в этом году предоставили сертификаты 34 семьям. И сейчас еще впереди. Примерно столько же нам надо увеличивать и дать возможность жить нормально, рожать нормально и приходить в детский сад нормально. Совсем скоро отреставрированный садик откроет двери для 115 малышей Октябрьского района. Добавим, что в этом году в Орске будут восстановлены еще 5 дошкольных учреждений. Антонина Сатарова, Денис Абатов, служба информации ТРК «Евразия».